QR-коды на объектах культурного наследия теперь будут содержать не только текстовую, но и видеоинформацию. Нынешнее здание Роспотребнадзора, бывшая усадьба фабриканта Зубкова, первое здание, у которого появится 3D QR-код. В департаменте культуры нам сообщили, что это пробный проект. Предполагается в первую очередь отснять те здания, у которых уже есть таблички с текстовыми QR-кодами. В дальнейшем предполагается выбрать объекты культурного наследия, которые будут интересны жителям. Конечно, нужно развивать направление «Узнай свой город», то есть QR-коды, той информации, которая сегодня представлена, мы считаем ее мало. Мы планируем действительно и 3D-прогулки, это чтобы посмотреть объекты, особенно режимные объекты, в которые в принципе не попасть. Вот. Это мы тоже смогли бы разместить, и где QR-код у нас информация, и использовать как 3D-прогулки и создание вот той интерактивной карты по объектам наследия, о которой так давно говорят.